Здравствуйте! Сегодня мы будем в ресторане «Теремок» готовить десерт «Наслаждение гурмана». Для этого нам понадобятся такие цитаты: малина, клубника, бананы, большие персики, киви, черешня и пфефферминц, грецкий орех и сахарная пудра. Начнем с того, что возьмем малину. Высыпем ее в специальную чашку и малину пропюрируем. Персики. Нарезаем персики дольками без косточки. Стараемся каждую дольку отделить так, чтобы не повредить плод. Персики подготовили, разрезали на дольки. Берем теперь киви, счищаем киви с кожурки. Берем бананы, очищаем бананы со шкурки. Нарезаем бананы дольками. Берем фужеры для десерта и распределяем равномерно малиновый соус. Теперь берем шлагзана, выливаем шлагзана в специальную посуду, добавляем немножечко сахарной пудры и взбиваем. Теперь берем наши нарезанные фрукты, раскладываем наши фужеры. Киви и наш любимый банан гормон радости. Для нашего десерта нам нужно взять обязательно ванильное мороженое. И в каждый стаканчик положить по куголю. Берем взбитые сливки и сверху поливаем наш десерт. Берем грецкий орех, добавляем по 2-3 зернышка в наш десерт. Берем наш десерт и украшаем его клубникой, пфефферминцем, сладкой черешней. Этот наш десерт подойдет к любому вашему праздничному столу. Приятного аппетита!